С 1 февраля 2024 года проиндексируют материнский капитал. На первого ребенка он составит порядка 630 тысяч рублей, на второго – 833 тысячи. Родителям, которые уже получили выплату на первого ребенка при рождении второго, положена доплата в размере 202 тысячи рублей. По поручению президента с 2022 года материнский капитал ежегодно индексируется по фактической инфляции. С учетом этого, с 1 февраля 2024 размер материнского капитала на первого ребенка увеличился на 43 тысячи рублей, на второго – на 57. Пояснил глава Минтруда России Антон Коцяков.